Детям нравится, все в доступности. Спортивные секции, бассейн, обеды, учителя шикарные. Спасибо большое, мы всем довольны. Такая оценка школы родителями – лучший показатель. Лесногородская средняя общеобразовательная школа прошла приемку на отлично. Здесь все готово к новому учебному году. Коллектив вместе с руководителем абсолютно четко подготовились. И видно, насколько профессионально подошла именно вся команда школы к подготовке. Это одна из самых, наверное, лучших школ по нашему объезду. И, конечно, можно четко быть уверенным, что здесь будет все хорошо, и она полностью готова к приему школьников 1 сентября. Два спортивных зала, бассейн, столовая, 58 кабинетов, библиотека, мастерская – все оборудовано по последнему слову техники. 1 сентября школа примет около 2000 учеников. К сожалению, в одну смену уместить всех пока не удается. Проблемой остается это вторая смена, которая... Я надеюсь, в ближайшем будущем, после строительства школы Гусарского Балладия, здесь рассосется. Поэтому в целом школа находится в высокой степени готовности. Уверен, что все будет хорошо. Школа построена достаточно недавно, и масштабных работ здесь не требуется. Ежегодно перед началом учебного года проводится необходимый косметический ремонт. Осталось буквально несколько штрихов, и она распахнет свои двери для любимых учеников. Остались только штрихи. Мы покосим травку, повесим новые щиты на стадион, сделаем разметку и небольшую окраску бордюров. То есть территория будет тоже приведена в порядок. Школа соскучилась по ребятам за летние каникулы. Мы всех приглашаем на линейку, которая пройдет 1 сентября в 11 часов. Так что школа начнет жить полной жизни. В этом году традиционные праздничные линейки пройдут в очном формате. В них смогут участвовать и родители, но только при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».